Добрый день. Горячая линия администрации Октябрьского района. Слушаю вас. Ваш адрес Склеренко, 8. Дом без отопления. Весь дом, да? Хорошо, мы вашу заявку сейчас запишем, внесем в реестр и направим в управляющую компанию. Звонки по вопросам подключения жилых домов к системе теплоснабжения до сих пор принимают в круглосуточном режиме. Если раньше сотрудники горячей линии администрации Октябрьского района фиксировали более 50 звонков в день, сегодня едва набирается 20. Большинство объектов жилого фонда, а это 99% от общего числа домов, уже с горячими батареями. Однако в черте областного центра еще остаются дома, подача тепла в которые ограничена. На Склеренко 8 специалистов коммунальных служб вызвали сами жители. На этом объекте произошел порыв отопительной трубы. Получаем информацию о том, что имеется повреждение либо на внутридомовых сетях, либо на наружных сетях теплоснабжения. Соответственно, принимаем меры, организовываем работу по их устранению. В связи с сезонным похолоданием оставлять надолго дома без теплоснабжения нельзя, поэтому работы по устранению аварийных участков идут круглосуточно и без выходных. Информация о проблемных объектах поступает в оперативный штаб от жителей Самары, управляющих компаний, предприятия «Тепловые сети». В целом специалисты коммунальных служб справляются быстро. Мы стараемся ПТС и управляющую компанию совместно определить на этот адрес, чтобы работы прошли как можно быстрее и люди получили тепло. Устранить все аварийные повреждения на Склеренко 8 специалисты планируют в ближайшее время. В мэрии напоминают о круглосуточной работе горячей линии по вопросам отопления. Номера телефонов на экране, а также на сайте администрации городского округа Самара. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.